Ну что, друзья, я вижу, что наши первые болельщики уже оказываются здесь. На площади на всех домашних матчах мы для вас подготовили. Потому что я в ней играл в 1980-м, как это было. Поэтому она мне очень от этого активности повысится. Да. Так что? Вот это нас смотрите. Слышим? А где тут есть? Нет. Да, ну его. Не, мне нет. 93. Че, не больше? Че, есть? Да. Нет. Рабочий? Да. Сколько всего мы засыпаем с тобой в разных мирах. И ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем Thank you.
как ты забиваешь, там любая рука у тебя если будет. А если отдал бы, то значит так, да? Если бы, нет, ну там надо смотреть тогда, насколько она наказуема. Смотри, в прошлом году я забил вот так вот, и мне попал в ворота, залетел, мне желтый удар вообще. Ну, если поможешь, конечно. А если все, если касание от нее, то тело ворот, значит... Там в зависимости, кто забивает. Если сам ты вот как сейчас, там любая рука это отметит. Понял? Да, да. Наши желания, давайте мы их поаплодируем. Спасибо за поддержку команды. Открывай. Я всегда рад видеть новые сети. На это один, на нас и тоже. Спасибо за помощь нашей команде. Удачи всем. Спасибо очень. Если он забил, то не было бы. Если бы он передачу отдал. А почему так считается? Правила игры так. Потому что если прямую забивать. Я забил, я ну, как бы им чекал. Подать мне чекал. Это наказывает рука, если вы что можете. Если прострел, могу забивать. Лучше бережем. Ура, мы не можем сами выходить? Попросили сейчас, делегация сказала, да, что надо да, вести. Ну пошли. Значит, пошли. Thank you.
Да, ему не спасибо. Я домой домой. Я сдавила, я дышать. Давай побольше размерчик. Размерчик побольше. Сейчас я голову запишу.